Вести Урал совместно с благотворительной организацией «Русфонд» продолжает рассказывать о детях, которым нужна ваша помощь. Сегодня история Артема Цветкова. У мальчика органическое поражение центральной нервной системы. Ему необходим курс лечения. Буквы алфавита шестилетний Артем перечисляет без проблем. Через год мальчик должен пойти в школу, но родители боятся, что из-за органического поражения нервной системы Артем не сможет сесть за парту. Мальчик появился на свет раньше срока. При родах ему свернули 3 шейных позвонка. Артем стал отставать в развитии, не интересовался игрушками, часто плакал и почти не спал. Родители много занимались лечением сына. Год назад произошли заметные улучшения. Деньги на лечение Артема собрали телезрители. Мальчик научился ходить без посторонней помощи. Заметили все улучшения, то есть и воспитатели в садике, и логопед наш, дефектолог Ирина Анатольевна. И родственники заметили улучшение, то есть ребенок начал больше интересоваться какими-то занятиями, более усидчивый стал, разговорной речи стало больше. Чтобы не потерять прогресс и пойти в школу, Артему нужно повторно пройти курс лечения в Москве. Артему требуется очередной курс лечения. Мы постараемся расширить словарный запас мальчика, развить концентрацию внимания и усложнить игровую деятельность. Цена курса 180 тысяч рублей. Сумма для многодетной семьи Цветковых неподъемная. Помочь Артему можете вы. Нужно отправить смс со словом «дети» на номер 5542. Это новый номер для региональных проектов Русфонда. Стоимость одного сообщения 75 рублей. В ответ вы можете получить сообщение с просьбой подтвердить перевод. Если этого не сделать, деньги до получателя не дойдут. Екатерина Журавлева, Павел Маркуш и Александр Ржанников. Вести Урал.